Может, я схожу с ума? Да, похоже на то. Я начал слышать в лесу какие-то странные звуки. Но только сумасшедший может в это поверить. А все началось с этой чертовой книги. Книги с колдовскими заклинаниями. Книги мертвых. В этой книге содержится очень странное описание похоронных церемоний, обрядов, способов воскрешения мертвых, а также пророчества. Профессор Реймонд знает настоящую ценность этой книги. Он пробудил силы зла, что-то очень ужасное. Оно добралось до профессора, а затем пришло и за мной. Я чувствовал, что должен что-то предпринять. Я обдумывал все возможные способы. Энни, дочь профессора, помогала мне бороться с силами зла. Мы читали книгу в надежде найти там способ, как отправить зло туда, откуда оно пришло, и у нас все получилось. Девочка, правда, умерла, а я получил билет в 19 век. Я сразился с армией тьмы, а потом с помощью книги вернулся назад. Более того, я вернулся на свою прежнюю работу, не говоря уже о том, что у меня была прекрасная девушка по имени Дженни. Она была помощником менеджера. Мы были просто великолепной парой, но потом начался настоящий кошмар. Из года в год он преследовал меня даже тогда, когда я не спал. Дженни не верила мне, но все же согласилась помочь. Мы решили вернуться назад. Она сказала, что я должен встретиться лицом к лицу со своими кошмарами, чтобы избавиться от них. И мы отправились.